Каждый человек понимает, что главное в современной медицине – это правильно проведенная диагностика. Только точное определение заболевания позволяет грамотно проводить лечение болезни. Среди всей диагностической аппаратуры, обладающей возможностью визуализации внутренних органов человека, ультразвуковое исследование занимает одно из первых мест. УЗИ широко распространено, дает достоверные данные, может применяться для диагностики в любой области медицины и показывает результаты, которые удобны и легки для прочтения специалистам. Вот эти прям удобные, ну вот раз, переключил вообще быстро, и все, и аппарат переключился, пошел уже работать. Глазами пациента в кабинете происходит стандартная процедура УЗИ. Но специалист, сидящий за новым сканером, разницу видит сразу. Причин этому много. Одно из них – качество изображения. Аппарат позволяет проводить исследования более детально. Диагностические возможности поликлиник Славянского района год от года улучшаются. С 2018 года в первой поликлинике Славянска на Кубани начал работу УЗИ-аппарат, которые предполагается использовать для терапевтических исследований. Аппарат предоставляет очень большие возможности в диагностике внутренних органов. Очень хорошо видны паренхиматозные органы. Картинка качественная, удобна для исследования как самому доктору, так и удобна для пояснения пациенту, потому что видно все на экране достаточно как бы невооруженным глазом. Медицина не стоит на месте, и диагностическое оборудование также развивается. Как утверждают специалисты, приобретенный аппарат в работе удобен и не в пример своим предшественникам оснащен русифицированным интерфейсом, визуализированным меню. К нему подключаются все необходимые датчики. Широкий экран монитора позволяет легко рассмотреть обследуемую область. Это современный аппарат. Ну, новее, конечно, есть аппараты, но это считается один из новых. Здесь в аппарате очень удобная как бы программа именно исследования. Кнопочки все на сенсорном экране нажимаются. Ну, удобно очень как бы переключать датчики и переключать программы. Новое оборудование для проведения УЗИ-диагностирования по достоинству оценят и доктора, и пациенты. Теперь процедура стала занимать меньше времени при возросшей точности исследования. Эта диагностика помогает распознать заболевания на самых ранних стадиях, выявить наиболее точный диагноз у человека при размытой клинической картине, своевременно назначить верное лечение и контролировать его процесс. Направление на УЗИ по показаниям будет давать терапевт. Новый аппарат появился благодаря краевой программе по оснащению оборудованием медучреждений Кубани. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».